Так, открываем. Спускаемся. А что здесь происходит? Ма, мы на пороге великого открытия. Какого открытия? Что это такое? Откуда ты это взял? Ма, сейчас я все расскажу. В общем, ты сейчас, ма, офигеешь. Зрители офигеют. Все офигеют, что я смог изобрести. Ма, это оживитель памяти. Рассказываю, ма, простым языком, не научным. Я раздобыл старые вещи из оригинальной пиццерии аниматроника. Я думаю, ты видишь старую голову Фредди, нового Фредди, который стоит в агрегате, Фокси, Бонни, костюмы аниматроников, автоматы игровые. Все это из старой пиццерии. Так, и зачем нам все это барахло? Ма, теперь мы сможем оживить воспоминания любого аниматроника. И не просто, ма, оживить и посмотреть на них, а пережить те же самые моменты из их жизни, из прошлого. Прикинь, ма, у меня аж мурашки побежали. Да ладно, то есть получается, вот эта голова, старая голова Фредди позволит нам пережить его старые воспоминания? Именно, ма, и нам не только нужна старая голова, но и новая, потому что там и здесь мозги Фредди, а значит, данные, информация. Этот аппарат сможет все преобразовать, и мы сможем, ма, просто, не просто посмотреть, как они жили, а прям прожить ихнюю жизнь 24 часа, потому что дальше нас выкидывает обратно в настоящее. Офигеть, слушай, блин, это прикольно, а как это все сделать? Ма, это все делается с помощью вот этих, значит, всех рычажков, аппаратиков, ну и, конечно же, сил лайков. В общем, дорогие друзья, прямо сейчас ставьте лайк, потому что только ваш лайк может зарядить эту чудо-машину. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать такие интересные суперсерии. Да, ребят, нажмите на колокольчик также, чтобы не пропускать суперинтересные серии. Да, и знаете что? Вопросик дня будет очень тоже странный и таинственный, как и сама серия. Напишите какое-то интересное событие, которое, так скажем, вызывает у вас эмоцию, потому что только по этим событиям мы сможем понять, кто вы такие. Ведь человек, ма, это сгусток событий и воспоминаний. Из прошлого. Конечно. В общем, знаете что, я могу, знаете, событие такое сказать. Когда я был еще ребенком, я всегда приходил вечером в 9 часов и ждал маму, короче, когда она приедет на электричке, короче, с работы. Это событие мне запомнилось. По-моему, все ждут родителей, когда они придут домой с вкусняшками, с пакетом. Я тоже так делал. В общем, короче, вот такое событие я могу написать и вспомнить. Напишите вы любое событие, которое было у вас в жизни. Любое абсолютно, по которому мы можем вас идентифицировать. Ма, если мы не можем идентифицировать аниматроника, значит, его не существовало. В общем, давай начнем свою гигантскую машину. Все, запускаем. Так, ну что ж, друзья, хватит, короче, всяких лекций, да, ма, у нас все-таки все слишком серьезно все пошло. Так, запускаем. Так. Так, и, короче, запускаем события. Так. Так, Маня уже пишет, мне кажется. Так, все. Так, и последнее. Ма, ты готова? Да, врубай. Все, врубаю. Атю. Ты мой маленький медвежонок Фредди, наконец-то я создала тебя. Ты самый первый аниматроник из всех тех, кого мы будем создавать в будущем. Какой же ты милашка. Скажи, Ванесса. Ванесса. Ты можешь называть меня Мами Ванесса. Мами Ванесса. Мами. О, мами. Отлично, отлично. Мами, получается... мами. Так, хочу тебе сообщить, что ты у нас сделан из металла. У тебя в животике есть отверстие. Туда лучше пальчики не засовывать, иначе можешь их прижать. Будь аккуратен. Ага. Так, с высоты особо сильно не прыгать. Ой, капец, я так волнуюсь, все-таки первый аниматроник. Посмотрите, какой он милый, какие у него глазки голубые вообще. Первый аниматроник. Ой, а это кто? Так, подожди, это не смотри, это только что недавние заготовки на новых аниматроников. Это будут твои друзья в будущем, но для начала нужно, чтобы ты подрос. И другие аниматроники тоже будут расти, но вы будете в разных комнатах, потому что вас нужно по-разному настроить, понимаешь? Понимаю. А что я буду делать?
Так, сегодня твой день рождения, мы будем праздновать. Ура! Я буду тебе показывать это место. Мы сейчас тут наставим шаров, у меня для тебя куча-куча разных подарков. Во-первых, смотри, это тебе детская бутылочка. Ой, сейчас буду пить, кусать. Там специальный вид бензина, заправки, это не дизель, не волнуйся, ты не заглохнешь. Отлично, это все будет прекрасно. Так. Смотри, так, плюшевый кролик, как, куда бы его поставить? Вот, держи. Плюшевый кролик, я назову его Бонни. Это будет мой лучший друг. Хорошее имя, надо будет взять на заметку. Может быть, когда-нибудь мы... Да, создай мне кролика лучшего друга, Бонни назови его. И сделай, только не белый мне не нравится. Мне нравится синий или голубой. Хорошо, так и сделаем. Так, это будет твоя кукла-подружка. Не знаю, как ты ее назовешь. Я назову ее Мангл. Она очень похожа на вот эту. Будет Мангл. Ладно, а это плюшевый медведь. Это ты. Ой, это... А как меня зовут? Тебя зовут Фредди или Фредбер или Фредбери. Как тебе больше нравится? Ну, мне больше Фёдор. Фредди. Фёдор. Фёдор? Фредди. Ну, ты даешь, конечно. Фредди. Я буду миска Фредди. Ты миска Фредди. Самый лучший друг детей. О, мам, может, такой лозунг сделаем? Поиграем. Давай, а как? Смотри, берешь мяч. На, держи. Так, я взял. И ты должен попасть вот в это колечко. Проверим как раз заодно, как ты работаешь. Ого. Ой, где мяч? Они улетели. Так, сейчас вот так. Что-то ты слишком сильный, надо подкрутить те гаечки, ого, по-моему. Сейчас, смотри. О, смотри, я могу вот прям докинуть в ту комнату. Ма, смотри. Пуф. Вау. Вот это он летает, смотри. Пуф. А ты сможешь попасть в кольцо? Конечно, смогу. Я как Фредди Джордан. Неплохо, ма? Неплохо. Я крутой. Слушай, ну работаешь ты вроде как исправно. Давай с тобой прогуляемся и посмотрим, что здесь у нас есть. Ма, подожди. А ты ведь, получается, человек? Ну, получается, что да, я человек. А я не человек, я аниматроник. Ты аниматроник. Ты сделан из металла и разных... Но я ведь могу чувствовать. Ну, конечно, ты можешь запрограммирован, чувствовать. Запрограммирован, да? Ты запрограммирован. Отлично. На эмоции и... Ой, а кто ты это? Ты вообще хочешь поиграть? Да, я хочу поиграть. Видишь, значит, у тебя есть желание, у тебя есть чувство и мотивация. Ура, ма, ура. Так что так, ты живой, давай. Бежим. Ух ты, я сейчас ой, тут как бы заготовочки, да? Это кто такая? Вот все красиво. Да, это пока что манекены. Это, в общем, манекены взрослой жизни. Пока что мы еще малыши. Ой, сейчас будем тренироваться. Играть, тренироваться. Только не упади, пожалуйста, в воду, иначе ты замкнешь, и мне придется... Хорошо, я буду. Я буду аккуратен, ма. Повезло. Ма, повезло. Ой, ма. Ой, а что это за комната? Управление. Вау. Да, это комната управления, кстати. Как она тебе? Ма, красиво. Так, сюда быстренько бежим. Я хочу обратно свою игровую. Я буду жить здесь. Слушай, надо каких-то создать воспитателей детского сада. Как ты считаешь? Ну, я которые считаю, будут со мной приглядывать. Я считаю, что я, в принципе, неплохо с этим справляюсь, но мне бы не помешала пара лишних рук. Да, два помощника. Я знаю... Ну, что-то я тебя потеряла. Да, два помощника. Знаешь, ну, что? Я, короче, видел там картинки нарисованы. Там нарисовали солнышко и луну. Может быть, покумекать и сделать что-то наподобие таких помощников? Слушай, как идея. У меня вообще план есть создать из... Место суперкрутую пиццерию, в которую будут приходить дети. И а как он будет называться? Деньги. Как он будет называться? Фазберс Пиццаплекс. Не знаю, как-нибудь так. О, красиво! Так, ну все. Ой, что-то у меня, короче, немножко мутит. Мне кажется, ой, воспоминания. Походу, тебе пора менять детальки, ты растешь. Пора па-пам-пам-пам! Уиху! Браво, блинские ребята, как вам? Наши первые клиенты! О, ты где? Я здесь, я хочу пообщаться. Да, вообще замечательно. Прошло, кстати, на секундочку 10 лет. Я уже модернизирован более-менее круто.
Так, ребятушки, ну как вам, девчонки, вообще понравилось или что? Они все визжат, короче, просто замечательно. Знаешь? Можешь пообщаться пока со своими кумирами. Фанатками. Фанатками, кумирами, да, пожалуйста, их. А, мадам, мадемуазель. Так, ну, полегче там, пообщайся немножко. Так, ладно, короче, что мы будем делать? В принципе, знаете что? Мне очень нравится. И у меня, кстати, лучшие друзья, как и обещала мама Ванесса. Она сделала Бонни, это лучший мой друг кролик. И Чику, это лучшая моя подруга. Да, но сейчас настало важное время, важный момент твоей жизни. Какой? Ой, потому что прошло уже 10 лет, и поэтому нам нужно тебя модернизировать снова, поменять твою оболочку, потому что это уже устарело, и это уже старая оболочка. Сейчас мы сделаем из тебя крутого современного Фредди. О, я, кстати, смотрел разные постеры, и мне понравилась серьга в ухе. Я подумал, это было бы новое, новомодное решение. Я слышал, сейчас молодежь так делает. Как ты считаешь? Слушай, ну если тебе понравилось, я могу легко тебе воткнуть серьгу в ухо. Выбирай, какую? И... круглую, квадратную. Любую. Ну, круглую подойдет. Кстати, шикарно. Я вот так подумал, я такой, знаешь, как бурый мишка, я хочу быть более новомодным. А вот мои коллеги, они более такие, знаешь, лощеные. Надо бы тоже стать лощеным. Более цветные. Слушай, ну давай добавим тебе цвета. Давай добавим тебе немного текстуры цвета, думаю, голубой и, может быть, красный и оранжевый. Да-да-да, сейчас. Да, сейчас сходим, я поем. А еще, кстати, мне нравятся эти напульсники такие, знаешь, надо добавить мне. Так, ладно, сейчас я... Ох, это... я, кстати, хочу перекусить. Сейчас я приеду. Пойдем со мной, кстати, Ванесса, что, перекусишь? Кстати, ты говорила о том, что мы скоро переезжаем. Куда, если не секрет? Куда мы переезжаем? Я уже не помню, куда я говорила, куда мы переезжаем. Ты вроде намекала мне, что там огромный мол какой-то, пиццаплекс, если не ошибаюсь. Вот так ты говорила, комплекс? Ну, вообще-то я тебе этого не говорила, я вообще-то это обсуждала по телефону, это должен был быть сюрприз. Ну да, я подслушал. Но это правда, мы переезжаем? Да, мы переезжаем, но для начала нам нужно тебя апгрейдить. Так, давай быстро ешь пиццу, так, и мы уже готовы. О, хорошо. Так, ну что ж, тогда я готов выдвигаться. Мы покорим кучу сердечек детей, мы будем самые популярные. Наша сеть, кстати, расширяется, я так понимаю, да? Конечно, мы возьмем всех с собой, мы возьмем и Чику, и Бонни, и мы возьмем еще несколько аниматроников. Кстати, они уже готовы к выходу, если что. Я предлагаю добавить новых аниматроников. Я пообщался с Бонни, с кроликом, и он сказал, что он делает друга. Правда, они иногда соперничают. Аллигатора. Я предлагаю его назвать Монтгомери Аллигатор. Монти. Слушай, неплохо. Давай, мы добавим его, и, как ты и просил, мы добавим Солнце и Луну. Я думаю, мы назовем их Сандроп и Мундроп. Отлично. Бонни, я думаю, вы подружитесь. Я ж не думаю, что вы с ним будете конкурировать, да, ведь ты мой лучший друг. Отлично, Ванесса. Ванна. Кстати, хорошее побежали. Имя. Побежали. Хм. В ванну, сейчас мы тебя отмоем и реконструируем. О, и предыдущие... Не ты уже как бы... Да, не смотри, пошли, короче. О, предыдущая моя оболочка, зацените. Предыдущая моя версия. Это когда я упал со сцены и повредил коленку. О, ты как раз модернизировала почти Фокси. Ох, он и пират такой стал. Кстати, зацените, это старая оболочка Чики. Она очень страшная была. А сейчас няшечка. Так, смотри, у нас тут есть наверху головы. Примерно. Посмотри и прикинь, как тебе по цветам? Ну, по цветам что-то близко, очень похожее, но надо круче. Ладно, пойдем модернизироваться и отправляться в новое место. Хорошо, посмотрим, что получится. Так, все, я пошел по конвейеру. Модернизация начинается. Улучшатор запущен. Так, ну что? Так, галстук на месте. Так, наплечники, на рукавники. Так, ну мы готовы к шоу, так, а как я тебе? А замечательно, Вайни. Просто сногсшибательно. Я вот никак не могу понять. Ты хорошеешь с каждым годом.
Ой, спасибо, спасибо. Ну, конечно, мы же должны быть презентабельными для детей. Мы должны завлекать маленьких детишек, чтобы они приходили сюда и были рядом с нами. Да, это... Кстати, у меня есть план. Пошли, я должна тебя представить кое-кому. О, отлично, давай. В принципе, ребята, расскажи вам план действий. Мы неплохо так стали. Мы стали, на секундочку, самой крутой пиццерией в мире. Ваня, ты слышал новость сегодня по телевизору? Ой, Ваня, говорю, Ванесса. Прокачать, ничего, можешь назвать меня Ваней, мне нравится. Кстати, это имя. Да? Кстати, познакомься вот же с Андром. О которых вы говорили. Да, вернее, я-то с ними знаком. Ребята, знакомьтесь. Это мои воспитатели. Они нам помогали. И даже в прошлой пиццерии мы уже, кстати, сменили 3 пиццерии. И это самая крутая. Мега Пицца Плекс Комплекс. Это самая масштабная пиццерия, которая у нас была. И у нас куча клиентов. Все довольны. Все дети обожают просто нянь Мундропа и Сандропа, видите, смотрите. Поздоровайтесь, да, скажите. Та-та-та-та-ра-та-та-ра-та-та-та. Не гасите свет, не гасите. Да, плохие детишки должны быть наказаны. О-о-о, вот такие шутники, да, Ванесса? Ванесса. Так, мне очень нравится. Кстати, я ведь хочу, ребята, я хочу вам сказать, а какое увлечение, хобби у Ванессы? Ванесс, ты, может быть, расскажешь? Ой, я думала, рассказывать или нет. Ну, в общем, я просто полюбила танцы, особенно балет. И что-то типа того, воздушное какое-нибудь красивое. Я даже купила себе костюм. Если хочешь, я могу тебе показать. Да, конечно, показывай. Что за костюм? А, вернее, нет, давай я отгадаю. А это костюм феи? Нет, 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 ты не угадал. Ты ни за что не угадаешь, что это за костюм. Может нет, быть, кстати, лисы? Есть к нему еще один атрибут. Давай, ну-ка. Это будет сейчас очень интересно. О, какая красота! Это же кроличий костюм. Ну как? Тебе нравится? Очень красиво. Только зачем тебе этот атрибут очень странный в руках? Слушай, ну мне кажется, он придает какую-то утонченность моему образу. Я такая вся милая, няшная и пушистая, но в то же время у меня есть некая перчинка, как ты считаешь? Да, 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 только не увлекайся, Ванесс, не увлекайся этим образом. Ладно, переодевайся, нам надо пойти и дальше развлекать детей. Так, ну все хорошо, я сейчас переоденусь обратно. И мы пойдем с тобой развлекать детей. Погнали! Все, пойдем. Кстати, я прям как и мечтал. У меня прям, смотрите, сережка в ушке. И напульсники на руках такие мощные. Ага. Мы решили выбрать красную серьгу, ребят, смотрите. И черные прикольные браслеты с шипами, по-моему, выглядит. Да, я чисто как рокинский стайл. Кстати, пойдем заглянем к моему другу Монти. Хотя, честно говоря... С приходом Монти Бонни куда-то пропал. Ты, Ванесс, не видела, куда пропал? Слушай, Бонни. Я не знаю. Мне кажется, Бонни решил нас покинуть, потому что... Ты думаешь? Он не в ладах. Он не в ладах с Монти, и у них, по-моему, серьезный конфликт. Ванесса, ты ничего не скрываешь? Скажи мне честно. Я просто... Точно. Нет. Ладно, хорошо. Я тебе верю. Так, ну что ж, пойдемте навестим Монти. Хоть и, ребят, я его и недолюбливаю, но все равно он наш рок-н-ролльщик в группе. И мы все еще на пике популярности. Кстати, мы должны дружить, мы должны любить друг друга, держаться вместе. Кстати, здесь Роксана извлечет. О, Рокси! Фредди, ходи с моим комнатом. Хорошо, Рокси. Она немножко на нервиках. Девчонки. Ну, Роксана, как всегда, короче, всех выгоняет из ее комнаты. Не любит, когда к ней приходят гости. Да, ну ничего, мы эту девку воспитаем. Так, а так, тут Фазер Бласт. Ох, я запутался, Монти живет там. Так, подожди, мы пришли не туда. Да, нам да, надо да, наверх. Нет, нам надо было вон туда. Ладно, побежали, короче, сейчас вы... Да... Хотя... Ванесс, я, честно говоря, не хочу идти особо к Монти. Да почему? Пошли, может быть, идем. Пойдем. Хотя бы поздороваемся. Хотя бы поздороваемся. Ты не туда идешь, ты не туда, мы идем вот сюда. Ванесса. Ванесса, Ванесса, такая шутница. Столько лет, столько зим в этом комплексе, и все равно немножко путает.
Просто я немножко по ошибке все время хочу зайти к нашему зайчику, но, к сожалению, да, его нет. На самом деле я тоже очень сильно скучаю, Ванесса. Ух, ладно. Монти, приятель, здорово. Как ты себя вообще чувствуешь? Как ты себя ощущаешь? Рок-н-ролл! Ах, так, почему же ты стал таким маленьким? Что с тобой случилось? Надо его, кстати, проапгрейдить. Пойдем апгрейдить. Ой, что-то у меня сбитие памяти. Ошибка инициализации. Ой, ма, все, походу, дело, эффект закончился. Офигеть! Чё это было? Ты это тоже видел? Ма, конечно, мы прям реально жили, и у нас были только мозги аниматроников. Офигеть, а Дима была Ванесса. Ты видел, как она помаленьку сходила с ума? Ребят, мы только что видели, как Ванесса помаленечку сходила с ума, короче. Да, ребят, она прикупила себе костюм крольчихи и взяла нож, и походу этот шаг... комплекс вообще свел ее с ума, мне кажется. Слава влияет на людей. Да. Короче, ребята, мы побывали просто в теле Фредди и посмотрели его жизнь от детства до самой, грубо говоря, старости. В общем, если вам понравилось, ну что, это возрождение старого формата. Вы все любили этот формат. Помните серию про ангела и про все остальные? В общем, ставьте лайк, потому что таких серий будет больше, если вы наберете много лайков. Подписывайтесь на канал. Пишите, как вам серия. Пишите ваши отзывы, комментируйте, предлагайте, обсуждайте. Да, ребятушки, прожимайте все, что нужно прожать. Вы знаете, колокольчик обязательно, чтобы не потеряться и не забыть про нас. Да, чтобы не потеряться в море океана Ютуба, всегда подписывайтесь и помните, видео выходит каждый день в 11 часов по Москве. Помните, даже если вам не пришло уведомление, просто проверяйте. Всем пока! Пока-пока!